Россия обвиняет во всем, что уже случилось, и даже в том, что еще только может произойти. Договор о ракетах разрушили мы, протесты во Франции спровоцировали мы, украинцев с венграми и поляками поссорили тоже мы. Мало этого, вспышка кори на Украине – это тоже мы. Москва научила политика в Восточной Европе, что демократия российского типа лучше, чем традиционная либеральная. А кого будут попрекать, когда эта либеральная демократия перейдет к власти в Европе не нацистов? Что, сомнения какие-то есть? Не должно быть. Дальше больше. Россия якобы хочет устроить перевороты в Черногории, Македонии, Греции, захватить Молдавию и возводит форпост в Беларуси. Можно, конечно, отнестись к этому как очевидной шизофрении Запада и не обращать на это внимания. Но мы слишком долго не обращали ни на что внимания. Мы почему-то тешим себя иллюзиями, что все это разрознено, что все это случайно. Мы раз за разом пропускаем кампании лжи против нас, выпады против нас. Сейчас вдруг идет доклад, да, там, в сайте Европы или где, что России надо разорвать партнерские отношения, мы не партнер. Хорошо. В Европарламенте, понятно. В Канаде наших журналистов не пускают на встречу с министром иностранных дел. По линии спорта на нас идет давление. По линии ВТО по нас идет давление. Всюду мы объявляемся жертвой. Против нас ведется война по всем фронтам. А мы что-то делаем вид, что да ладно, все рассосется. Мы не видим до сих пор. Из самых крупных врагов России. Она обратилась к крупным американским компаниям и призывала их вкладывать деньги в Сколково. Для чего? Бойтесь донайцев, дары приносящих. И они, да, и они вложили миллионы конечно, долларов в Сколково. Для, может быть, они жалеют. Нет, вопрос о другом. Для чего? Но они, естественно, мозги. Они думали, что это будет рентабельным проектом. Я думаю, что они жалеют сейчас. Но это... Думаю, что нет. Потому что вопрос простой. А те технологии, которые наши нарабатывают в Сколково, они идут куда, в какую страну? Вот именно. Туда. Я просто говорю, что... И я просто говорю, вы никогда в жизни ничего просто не делаете. Если вы дадите доллар, вы потребуете назад 100. Если вам дать палец, вы откусите руку. То есть лучше было бы, если бы они не вложили эти деньги в Сколково? Лучше бы, если бы вы не меняли правила игры, тогда, когда вам это выгодно. Я следовали бы своим договоренностям. Я хотел внести позитив, какой-то позитив внесли в нашу передачу. А вы... Вы внесли. Вы не а, потому что какой это позитив? Та же самая Хиллари Клинтон потом несла такое про нас. Придумала какое-то вмешательство в выборы. Сама проиграла по собственной вине. Но решила, что надо обвинять Россию. Хиллари, как же так? То есть в этом задняя мысль тоже, да? Тогда... А это и есть задумать. Ну просто, и, понимаете, раньше во всем винили евреев, теперь русских. Но точно по такому же подходу. Во всем, вы знаете, вот у народов, народы Крайнего Севера не знали, что есть евреи. Поэтому во всех своих бедах винили силу природы. А нынешние, вот они как-то, потому что евреев теперь страшно винить они после Холокоста, они постоянно теперь, боже, на всякий случай, винят русских. Русские вообще виноваты во всем. Вот уже вот во всем виноваты. Уже кот, когда в ботинок надел где-нибудь в Нью-Йорке, он поднимает голову и мяукает: «Путин!» Уже все! Может нам пойти по пути Володи евреев, расселиться по-русским, избраться везде в Сенат Конгресса? Если американские компании при приходе в Россию вкладывают деньги, и это плохо, тогда не знаю. Неплохо, когда они приходят и работают. Пожалуйста, Макдоналдс канадский работает. Ну это канадский. Боинг работает. Плохо, что Боинг работает. Это другой вопрос. Но он работает. Но давайте работать по-честному. Давайте тогда по отношению друг к другу быть справедливыми. Давайте равные партнерства. А вы же говорите как? То, что нам выгодно, дай. А если вам что-то надо, выкуси. Ну так же не бывает. Не, ну... Нет, я понимаю, что вы привыкли, что в вашей культуре покупать Манхэттен за бусы. Но эта тема кончилась. Ну, кончилась эта когда тема. Когда американские компании вложили деньги в Сколково, они создавали рабочие места для россиян. Чего-чего? Они всего лишь пытались честно и просто выкачать мозги. Иди. Им это, кстати, удавалось. Абсолютно.
Я не согласен. Я думаю, что Майкл искренне считает, что когда покупали бусы, то есть за шкуру покупали Манхэттен, то тоже создавали рабочие места там. Ну, Майкл, ну, наивность, она тоже имеет какие-то ограничения. А я посмотрел фильм «Зеленая книга». Ну, наверное... Не видел. «Гринбук» вы не видели? Посмотрите, вам понравится. Вот советским людям этот фильм интересно смотреть. Там показывают 62-й год, дикая проблема расового неравенства, отношение к гениальному негритянскому музыканту, которого, кстати, учили в Ленинградской консерватории. Угу. И отношение, в том числе, жителей Южных Штатов к итальянцам, которые тоже считали расово неполноценными. Кстати, богач-бедняк об этом же. А? У нас в стране такого никогда не было. Угу. Никогда. Поэтому, когда Америка пытается нам что-то рассказывать, ну, хотелось бы сказать, ребят, вы немножко успокойтесь. Ох. Очень много позорных страниц, которые были в вашей истории, в нашей не было. У нас были свои страницы. Да. И мы с ними разбираемся. Но вы на себя посмотрите в зеркало и успокойтесь. Не вам из себя корчить моральных авторитетов. Ну, вот просто не вам. Поспокойнее надо чуть-чуть. Как пели, у этой женщины черный ребенок. Да, это... А у нас это, да нет проблем, мы всех любим. Майкл хотел внести позитив, но не смог внести позитив, потому что приводить русскому человеку Сколково в качестве благодеяния какого-то, это все равно, как американским военным напоминать об операции в заливе свиней. То есть это оскорбление просто. Я говорю, что это взаимно выгодно. Это было... это выгодно. Подождите, подождите. Какую мы от этого получили взаимовыгодно? Но я хочу внести позитив. Вот какого плана. На самом деле, на мой взгляд, это, так сказать, исторически подтверждается. Большую часть истории Соединенных Штатов, у России просто она подлиннее, отношения между Россией и Соединенными Штатами были хорошие как раз. Вот единственный яркий пример шизофрении современного мира. Майкл говорит... Американцы ведут санкции против Китая. И пошлины тоже. Ага. При том, что Китай является главным кредитором Америки. То есть, получается, страна берет дикое количество денег в долг, и после этого против своего должника вводит санкции. Да. Они эти деньги арестуют. Криминальное мышление. Да, да, перенести. Я правильно понимаю, что гимн американской политики это что долги платят только трусы. Это вообще, вот перенести это на обычные человеческие отношения. Я тебе дал в долг, а ты за это против меня ввел санкции. Тогда по твоей логике, Владимир, спасибо. Китайцы дураки, потому что мы наказываем китайцев санкциями. Они как миленькие покупают наши облигации. Я думаю, что они, кстати, вы не обратили внимания, они стали резко сокращать. И китайцы... Они на первом месте. Китайцы... Нет, Россия сокращает. Китай тоже. Китайцы — это 4000 лет письменной истории. Плюс еще там... Наверное, тысячелетия устной традиции. Вы можете, конечно, считать их дураками. Но дело нет, в том, это по твоей логике. Я нет, так не считаю. Это дело не в этом. Дело в том, я что, так не считаю. Дело в том, что вы еще не волнуетесь. Они совсем вы не дураки. Еще с китайцами, они понимают, что американские облигации вы это еще надежный с китайцами инструмент. Так напрыгаетесь. Вы наивно думаете, что вы китайцев поняли и обыграли? Кто заставляет китайцев покупать наши облигации? Потому я думаю, что, они соображают, что будет, если они их резко выкинут на рынок? Они не спешат этим делать. А что будет? Они понимают, что будет, когда они их резко выкинут на рынок? Не дождетесь. Это не дождетесь. Что будет, если они их резко выкинут на рынок? Они им войну подбросят. Правильно. Вы нам не скажете, что будет. Но чем чаще вы будете арестовывать деньги и передавать их всяким Гуайдо, вот эти облигации, тем больше китайских денег будет от вас уходить. И тем больше мы с ними будем вместе работать. Вы сейчас еще внутри своей страны поборитесь с китайским лобби. Вы поборитесь с тем, какое количество китайцев у вас живет, как глубоко они вошли в вашу власть, сколько денег они тратят на разный лоббизм. Вы не волнуйтесь. Китайцы такие опытные. Они один раз, один день закроют себе на обед все свои китайские рестораны. И Америка вздрогнет. На этом наш эфир завершен. Увидимся завтра в программе «Кто против?» и здесь, в студии вечера. С вами был Владимир Соловьев.